Леха, давай твой выход. В натяжку иди, не буксуй. Береги машину. Это Toyota, она дорогая. Отходи. Это у него слабая траектория вообще. Так, 70-ка. О, теперь на коксе. О. Тихо, Леня пошел. На заднем приводе. Проехал за ним. Тогда окна надо было прикрыть. Но нормально шли. Так, едем дальше. Утонул. Видите? Чисто случайно удалось найти его. Бородач, проедешь там или нет? Пробуй еще вверх. Пробуй, сейчас вверх идет. Как раз вверх сейчас. Еще чуть-чуть пробуй, еще. Еще пробуй, Макс. Нет, там его немножко вверх надо вырвать, как раз ты хорошо стоишь сейчас. Ты не вперед, а ты вверх его сейчас тянуть будешь. Вправо руль, вправо руль. Еще, еще! Можно ехать, Макс, можно ехать. Лебедка разматывается. Немножко помыли, не сильно. Нормальный паровоз такой. Чуть не проехал. Не намокли сиденья? Да нет. Боюсь, Рус, что не так просто это будет. Чего? Что он заглох? Он, у нас стартер был в воде и теперь стал заглох. Я думаю, нам надо просто дернуть его разочек. Андрей, ну, настало твое время.
Влево руль. Что там? Подожди. Тихо, завелся. Работает как новый. Яна, отходи, Яна. Так для себя. Так мы должны были на ту сторону перейти. Нет. Макс будет сзади бежать. Витя, давай, я верю в тебя, Витя. Попробуй, если хороший разгон, ты воды не коснешься. Коснулся. Блин, коснулся. Да слышишь, надо же было разгон оттуда от деревьев взять, блин. И ты бы сразу бы там остановился бы на том берегу. А ну давай еще разок, дерните меня, пожалуйста. Давай 400 гривен. А не дороже, чем экспресс. Вот это сейчас будет экшен. О, Саня приехал. Это так приятно. Сможет ли играть Чироки? Покороче у вас, да? Так, подъезжает Руслан. Кипочку. Все, стой. Командует Макс. Так, ну что? Пробуй. Ну, давай. Так, отойдите, чтобы шакл случайно вам не прилетел. Давай, давай, с разгону, давай, давай. Вперед, прибывай. Все. Что? Стоп, подожди. Ру, давай сразу заведи меня, поехали. Давай, включай. Коммуникатор такой. Судя по лесу, у Руслана появляется конкурент. Решили сразу, не отцепляясь, и завести. Садись рядом. Пока менты ты будешь давать его указания. Иди. Я могу немногом поехать, не тащить надо завтра. Нет, с Витей, я говорю, штурманом сядь. Да нет, я только за рулем, я боюсь. А тормозов-то нет. А зачем? Что, Руслан, Чироки не почувствовал, да, у вас сзади? Да вообще, что был у вас, что не был. Хорошо, тогда вытащил. Да, я думал, что я его еще не тащу, а он уже поехал. Кажется, уже на хвосте, да? Щелкай. Макс уже берет первую, включил практически. Нет. Не, ну не втягивай. Ты, кстати, если сейчас включишь первую, то на электричестве проедешь ту лужу. Если Макс замкнет. Не, там это самое, там втягивающее. Вот по втягивающему надо поспешить. Так а какой план? Я только вот да, куда это входит. Давай, еще. Руслан, какой план? Прямо? Да. Серьезно? Да. Давай. Ну, будем наблюдать. И поехали. По-моему, да, у него какой-то... Сзади он едет туда? Нет, туда. Что, сюда едет? Давай, давай. Давай, давай. У тебя одна попытка. Давай, когда вниз пойдешь. По-моему, таблеточку Азвирина принял. Все, тяни его обратно. Тяни обратно. Чуть не проехал. А, так Витя меня держит, отцепи, я проеду. Не отцепляй. Не отцепляй, да. Не отцепляй. Дай чуть-чуть назад, надо отцепить. Здесь просто муляка, поэтому... Не отцепляй, он сидит нормально. А, то есть Рус выдал все-таки эту аппаратуру. Вот зашпионит за Руса. Ну так опусти его в землю и ходи, я. Смотри, вот так наклоняешь.
И ходит, да, еще наклоняется. Да нет. А подожди, ну, я так не люблю. Ну сильнее наклони. Я ответственно подхожу, Паша. Пытается испортить видео нам. Вот, 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 все, все записывается. Это Руса Апартура. Я просил, чтобы она вот так вниз наклонила и ходила. Она сказала, что не. Так, уже зацепился здесь у вас. У вас посредине второй, который не завелся еще. А Макс наматывает его. Так, понемножечку есть. Выходит. О, пошел. Нажми на тормоза. Он не слышит. Чего-то. Держит. Спасли. А ты завелся? Я там заведусь. Ну не знаю, мало ли. Сверхспособность у тебя. А тебя не выгнуло фаркоп, Руслан? Посмотри. Чуть не проехал, а? Фаркоп не выгнуло? Так и было? Да, там такой фаркоп, чтобы выгнуть его. То Паша кричал, что ты сейчас его обломаешь. Не, это крепкая вещь. Должно загореться скоро, значит. Слышишь, уже тот километраж, который при запуске накатали, уже возле Киева были бы, наверное. Да, бензином что-то пахнет. Витя, полный газ нажми! А может он передачу не включил? Спроси. Блин. Хорош. Так, тащи его сразу туда. Руслан, убирай свою. Так, никто больше не решился попробовать проехать здесь.
едем в лагерь, покушаем, отдохнем и продолжим.